Французский канал «Плюс», вопреки призывам из Киева, не будет снимать с эфира фильм расследования о событиях на Майдане и трагедии в Одессе. Об этом сообщили в компании, которая занималась производством ленты. Отменить показ фильма Поля Морейра «Маски революции» хотели украинские дипломаты. Их не устраивает мнение французских журналистов о том, что за событиями двухлетней давности, жертвами которых стали десятки человек, стоит Вашингтон. Украинцы взамен предложили свою подборку документальных фильмов. Тем не менее, требования услышаны в Париже не были.